Среди новых поступлений Кирилла Белозерского музея-заповедника есть необычная икона плащаница с изображением Богоматери. Это небольшая, вырезанная из дерева по контуру, плоская фигура Богоматери с закрытыми глазами, со сложенными на груди руками, облачена в зеленый хитон, в вишневой мафории с золоченым нимбом. Это необычная, очень редкое иконописание икона поступило к нам в дар от Екатерины Алексеевны Гроба-Смоленцевой. Это реставратор из Москвы. Ее родители жили в Вологде долгое время, и она сама привязана к этим местам. И сейчас в летний период проживает в 20 километрах от Кириллова. За последние 2 года передала в музей в дар уже более 150 предметов. Среди них это необычная икона. Сохранившиеся произведения такого рода, согласно стилистическим особенностям, датируются концом 19-го, началом 20-го столетия. Такую икону обычно по православной традиции выносили в канун православного праздника Успения Богородицы. На оборотной стороне иконы находится современное клеймо с обозначениями, в центре его орудия страстей на Голгофе, также буква «В» и цифра 99. Над клеймом процарапана надпись «Соловки». Возможно, эта икона была написана в мастерской Соловецкого монастыря. В целом икона хорошей сохранности. Она находится сейчас в открытом фондохранилище в Вологодской башне, поэтому любой желающий может прийти сюда и увидеть эту икону.